сьогодні в студії програми про важливе. Депутат студентського парламенту України Микита Кіосів. Микита, вітаю вас. І вас теж. Хотілося б розпочати нашу розмову з того, з вашої мети приїзду в Тернопіль. Знаємо, що цікава подія в місті відбувається. Взагалі-то так, це дуже цікаво, бо це продовження дуже яскравої події, яка була ще місяць тому. Це Студреспубліка. На Студреспубліці обрали депутатів та президента студпарламента. Тому це сьогодні перший з'їзд цього новообраного студпарламента. Що будете обговорювати? Придивляєтесь один уже, до одного? Да ми вже присмотрелись друг другу, що у нас тут республіки. Зараз, ще ближе познайомились, вже обсуждаємо якісь конкретні предложення, конкретні проекти, оскільки тут парламент, лично на мой взгляд, я думаю, со мной все согласятся, это уникальная молодежная платформа, которая связана непосредственно с властью, с місцевими радами, та яка має спромогу свої проекти, свої думки та ідеї якось у реальність преподносить, таке от русское слово. Вже трошки розвернулися, подивились в місто. Що вам впало в око? Я поки що бачив город тільки через окна таксі, і також случилось, що таксист прямо як будто он в Google озвучував всі ці маршрути: зліва, ЗАГС, справа, там филармония. Экскурсию мне провел, рассказал мне немножко об истории. Ну и пока я ехал в поезде, я почитал немножко Википедии о Тернополе, очень интересно. Богатая довольно история, очень много объединяет, вот, например, с моей родиной, с Донецком. Да. До речі, ви з Донецька, не лякало вас, не казали, що бандерівці не їдь туди? Я, возможно, не то чтобы немного опасался, я не знал, к чему быть готовым на студреспублике, потому что я пообщался и с тернопольскими, и с винницкими, и с львовскими ребятами, со всеми с Запада. Абсолютно адекватные люди, поскольку они понимают, что если человек адекватен, то с ним можно вести конструктивный, правильный диалог. И мы очень хорошо подружились, и я знал, что еду сюда уже к своим новым друзьям и товарищам, поэтому был абсолютно спокоен и уверен в том, что все будет отлично. Никто вас не ображает? Ні. Ні, пусть попробують, звісно, але я думаю, навіть не буде такого інциденту, і причини-то нет. Приїхали ми з міром. Власне, у вас вдома зараз неспокій? Коли були в Донецьку? Я був якраз із Донецька, позавчора я приїхав в Маріуполь, тому що всі рейси з Донецька вже відмінені. Так уж случилось этим летом, что пришлось побыть пилигримом. Я уехал в начале июля на 10 дней в Бердянск, а вернулся в итоге через 2 месяца в Донецк и увидел совсем другой город. Услышал грады, смерчи, стрельбу, но при этом люди очень стойко, очень позитивно воспринимают изменения и то, что сейчас идут на компромисс наконец-то эти стороны. Не могу сказать, что перемирие уже наступило, все еще есть какое-то напряжение, однако люди уже как-то с большей надеждой смотрят на мирное будущее. Тобто, попри те, що зараз там складні часи, ви вирішили все-таки бути вдома, нікуди не переїжджати на цей час? Ну да, много моих коллег устроились вольными слушателями в другие университеты. Я же студент медицинского университета. А я решил остаться в Донецке. При любом раскладе я уверен, что он будет оставаться в составе Украины. Я уверен, что все будет хорошо. И кому-то надо будет поднимать снова Донецк. Кому-то строить нужно будет заново все. Кому-то нужно будет помогать, быть там, продвигать. Опять-таки идеи тут парламента, какие-то молодежные проекты. Там же есть какая-то молодежь. Осталось же еще. Власне, в вашому університеті відновили якось навчання, чи зараз просто все зупинилося і чекають вирішення ситуації? В течение этого месяца была активна подготовка дистанционного обучения, базы, кафедр, каких-то вариантов, поиск каких-то технологий внедрения этого. И уже с 1 октября студенты будут иметь возможность дистанционно обучаться в вузах. Ті студенти, які вирішили все ж таки перевестися в інші міста України, в них були якісь труднощі з тим, бо це ж треба і документи забрати, а в той час, коли стріляють гради, якось не дуже всі сидять на місцях? Ну так, да. В общем-то, упростилась немного система прийому вольних слушателів, поэтому многим хватило просто паспорта. Не сколько була сложная система поступления, сколько сложно для людей стресс, это искать жилье,
какую-то там параллельную работу. Все-таки это резко смена обстановки, незапланированная, это тяжело. Насколько я знаю, были сложности в Одессе, у моих товарищей из медицинского, но по примеру Евромайдана, гласности и остальным новым приемам, которые изучила молодежь, все-таки они добились своего и сейчас учатся в Одессе тоже, как и во всех остальных городах. Власне, під час Євромайдану, напевно, були не поодинокі випадки, коли тисли на студентів. Бо ж були студенти, які ходили на Євромайдан, активно висловлювали свою позицію, яка відрізнялась там від більшості? Должен сказати, що Донецьк тоді був більше в нейтралітеті, однак, звісно, серед молодіжі були люди, які активно підтримували, я навіть лично знаю цих людей, і займали особо активну позицію. Навіть знаю чоловіка, який організовував хірургічну першу допомогу, и непосредственно участвовал как медик тогда на полях сражений. Что сейчас с этими людьми, не могу сказать. Потерял с ними связь, так что... Какие настрои серед молоді донецької зараз? Вопрос очень-очень неоднозначный. Сложно ответить на него как-то конкретно, поскольку есть люди, которые приверженцы ультраправой позиции, ультралевой позиции, кто-то исключительно за единую Украину, верните нам то, что было в 2000 году, пожалуйста, но, опять-таки, все понимают, что это невозможно, кто-то исключительно за ДНР, отсоединение, кто-то еще за какие-то другие моменты, но это меньшинство. В основном большая часть людей ждет мира, большая часть людей понимает, что есть симпатии и к той стороне, поскольку братья и там, есть, скажем так, ошибки, которые были допущены и той стороной, которые очень больно воспринялись мирным населением. Поэтому все готовы к миру, все готовы строить заново и жить уже на каких-то новых условиях. Тобто, власне, молодь, попри всю свою імпульсивність і емоційність, намагається вже якось примиритись, так, щоб нарешті спокій. Да, Насколько я вот видел, насколько я слышал, все очень позитивно восприняли новые тенденции в правительстве, диалога, каких-то уступок, каких-то новых вариантов поиска, чтобы прекратить это братоубийственное действие. Якщо повертатися в мирні часи, розкажіть трошки про ваше студентське самоврядування. Бо знаємо, у нас є і студентський мер в Тернополі, і діалог з владою такий досить налагоджений. Як у вас? Ну от якраз касательно теми того, що ми обсуждаємо, і що, який є опыт у нас в регіоні. А сьогодні ми обсуждали многі вопроси, вони касались юридичної образованості студентів, зв'язки з бізнесом студентським, всевозможні стартап-проекти. И выяснилось, что многие предлагаемые проекты в какой-то мере похожи, повторялись в различных регионах, в том числе и в Донецкой области. А наша система меньше студпарламентская, больше система самоуправления в вузах, которые друг с другом кооперируются за счет в основном правкомов. Такая классическая система. В принципе, она работала хорошо, проходили различные такие проекты, как «Неделя самоуправления» в городском совете, то есть мы общались и с мэром, и с губернатором. Однако, чтобы был какой-то студенческий парламент, как в Виннице, например, или же как в Тернополе, как единый орган, который управляет органами самоуправления в различных вузах, такого у нас еще опыта конкретного нет. Есть так зачаток, который, я думаю, можно будет развивать. Нещодавно вступив в дію новий закон про вищу освіту, так? Там ніби надається більше повноважень самоврядуванню студентському і, зокрема, більш така автономність вузам. Як оцінюєте цей закон? Можливо, вже знайомі з ним? Да, конечно, знаком. Во многом я считаю, что из любого изменения можно какие-то позитивные стороны и негативные стороны как-то извлечь для себя. Я надеюсь, что больше будет позитива, потому что молодежь, если ей дать волю и дать свободу и направить ее в нужном направлении, она является очень мощным двигателем прогресса. И я уверен, что руководство вузов креативное, с новым свежим мышлением, понимает это прекрасно и поможет студентам достичь чего-то большего. Вот, например, сегодня ректор Игорь Андреевич Красоватый как раз сегодня рассказывал нам, общался с нами, і от ці мислі отлично продвигав і повністю ми їх підтримуємо.
Чого б хотів навчитися на цьому вашому зібранні? Можливо, якісь питання, які хочеться з'ясувати для себе? Ну, обязательно чему-то новому можно научиться вообще в любом каком-то новом обществе, с новыми людьми, в новом проекте. А лично для себя я хотел бы увидеть какие-то возможные механизмы внедрения тех идей, которые есть у меня и которые есть у моих коллег. Сегодня уже утром это во многом произошло в личном общении и в заседаниях. Якщо говорити про студентське самоврядування загалом цілісно по Україні, як вважаєш, що треба в першу чергу робити? Можливо, якось налагодити більшу взаємодопомогу між містами, бо дехто щось зміє, наприклад, в нас, хтось щось зміє в вас, можливо, якраз об'єднавши ці зусилля, було б більше результату. Отлично, це ми сьогодні теж утром обговорювали. Якраз, на мій взгляд, да, і на взгляд моїх колег, це перший питання, який ми повинні обговорювати і який ми повинні рішати, поскольку на территории всей Украины работают в разных режимах самоуправления и парламенты. Мы же хотим и считаем важным разработать какой-то единый шаблон, единую версию, чтобы в каждом регионе был орган, который работал так же, как и в соседних, чтобы все было синхронизировано. Чтобы это была какая-то единая модель. Так, единая модель, дякую. Якщо от говорити про ті настрої, які є сьогодні в Україні, фактично оце всі страшні події, які зараз в Україні є, через те, що Україну завжди ділили, так? Можливо, саме студентам, саме молоді треба от нарешті це зараз зупинити зараз і почати якось одне з одним дружити, щоб ти не їхав в Тернополі і там не переживав, що як тебе тут зустрінуть, так само, як хтось з Тернополя не поїде там в Донецьк чи в Луганськ. Є якісь думки з цього приводу, як це можна було б впровадити на практиці? Ну, от ви кажете, почали вже дружити. Ми вже дружимо. А от «Студія Республіка» – один із тих проєктів, які об'єднують молодь. І ми пообщались і поняли, що ми одинакові, такі ж у нас одинакові ідеї, цілі. Ми також любимо свою країну вместе. Да, є якісь определенні різні мислі по поводу історії, по поводу того, як що можна трактувати. Однак все це прошлое. У нас єдине майбутнє, і ми вместе можемо його строїти. И вместе можем продвигать какие-то свои одинаковые идеи. Вот. А на мой взгляд, что-то, что объединяло бы молодежь, это должны быть такие же форумы, такие же проекты, такие же съезды, обмен опытом. То же самое, что происходит сейчас. Та насправді, напевно, настав час, щоб вже не жити минулим і не давати минулим псувати теперішнє, бо в нас зараз так і вийшло. Я тобі дуже дякую за розмову. Нашим глядачам дякую, що були з нами. До побачення.